Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 6 политзаключенных. Среди них видная фигура – оппозиционер Николай Статкевич, который в 2010 году выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах. В мае 2011-го его осудили за проведение митинга против переизбрания Лукашенко на очередной срок, обвинив в организации массовых уличных протестов. В Минске освобожденного Статкевича встретили около 100 сторонников. Он отметил, что намерен продолжить политическую борьбу. Мы разом. Вместе мы сделаем эту страну нормальной и свободной. Я ожидал увидеть запуганный народ, но все оказалось лучше. Чем было. Представители ЕС поприветствовали освобождение белорусских оппозиционеров. Они отметили, что этот шаг – прогресс на пути к улучшению отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Евросоюз – важнейший торговый партнер Восточноевропейской республики.